С 22 февраля в Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецка и Луганска. Как проходит благотворительная акция, увидел глава округа Владимир Ружицкий. Подробнее в нашем сюжете. Вот прям сюда ставьте. 3-ю неделю на базе общественной приемной Люберецкого отделения партии «Единая Россия» открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Жители округа активно принимают участие в благотворительной акции. Последние полчаса буквально вот две машины приехало и разгрузили свою какую-то помощь, которую они передали. Вот, это для нас это обычное явление. Приходят люди всех возрастов и дети приходят. Каждый что-то приносит, каждый пытается какой-то вклад сделать. Сейчас здесь более тонны продуктов и вещей. Большая часть гуманитарной помощи отправится на Донбасс. Несколько коробок останется для оказания поддержки беженцам, проживающим в Подмосковье. Сегодня этот груз уйдет в Домодедово, дальше централизованно колонна уйдет на Донбасс. Любые действия боевые, они себя приводят к гибели людей, к ранениям, к лишению крова над головой, и люди нуждаются в помощи. Более 200 тысяч жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию. Всего для поддержки беженцев в Люберецком округе собрано более 40 тонн гуманитарного груза. Для оказания или получения помощи любой желающий может обратиться в приемную Люберецкого отделения партии «Единая Россия». Дмитрий Гринчев, Денис Заугонников, телеканал ЛРТ.